Как говорит один наш хороший друг, джазовый музыкант, саксофонист Дмитрий Попов, джазовый концерт без песни «Караван» — не джазовый концерт, поэтому, поскольку она сегодня все-таки джазовый, так что для вас, дорогие друзья, звучит знаменитая композиция Дюка Эллингтона «Караван».
друзья. Никита Орешкин за фортепиано. Вадим Михайлов за контрабасом. Сергей Коротков за барабанами. Спасибо. И солнечных вам дней, и хорошего вообще настроения, и всего самого лучшего, любви, тепла, и то, что вы сами себе пожелаете. Спасибо!